В Химках провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главная тема собрания – как обезопасить химчан от коронавируса. Сегодня в мире 107 стран, где зарегистрирован хотя бы один случай заболевания. На территории России заболели 20 человек, три из них из Московской области. По словам начальника Лобнинского территориального отдела управления Роспотребнадзора Татьяны Старостиной, в Химках не зарегистрировано пока ни одного ребенка с подозрением на коронавирус. Хотя во взрослом инфекционном отделении проводилось лечение 15 пациентов с подозрением на COVID-19. Главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов рассказал о том, какие меры предпринимают для профилактики. Пополнен запас защитных средств и противовирусных препаратов. На настоящий момент на складах больницы 140 тысяч масок, более 20 тысяч халатов. Мы обеспечиваем сотрудников аэропорта Шереметьево. Дез-средства мы тоже приобрели. Бесконтактные термометры у нас во всех инфекционных отделениях и по одному в поликлинике для проведения фильтра. Однако не все предприятия округа имеют достаточное количество средств для дезинфекции, поэтому без поддержки властей не обойтись. Если есть такая формула или там таблица, или каким-то образом информация, представьте ее в наш адрес, чтобы мы могли дополнительно эту проверку проводить и обязывать наших предпринимателей, чтобы они обеспечивали безопасные условия пребывания потребителей, покупателей на своих площадях. Также на совещании обсудили мероприятия по противодействию пожарам. Для этого установят ограничительные шлагбаумы на въездах в лес, сделают опашку его границ, а также проведут работу с населением.